Ну что ж, всем привет, друзья, я вернулся. В прошлый раз мы закончили на том, что варили зелье у живой смерти и получили флакончик удачи. Я, конечно, когда варил зелье живой смерти, я там уронил мозг ленивца, как вы видели, а флакончик мозга ленивца он уронил, когда его вылил. Ну и, в общем-то, получил флакончик, и на этом мы закончили. А сейчас мы продолжим свою игру. Ну, давайте начнем. Этим портретом есть короткий проход в большой зал. Пароль «Знание сила». Дуэльный клуб? Да ты там всех побьешь! Как и любой участник ОД. Пойдем посмотрим, кто из них вступил в клуб. Если, как вы заметили, у меня было где-то середина этих разговоров, потому что я вышел. Я забыл включить этот самый, как его, запись. Так что... Знание, сила. Сила. Самая сильная сила. Так, знаете, я сейчас что сделаю? Я сейчас поставлю на паузу, я сделаю немного звук потише, а то слишком громко. Подождите минутку. Ну что ж, вот я поставил нормально, думаю, сейчас будет все нормально. Со звуком. Драка что-то замышляет. Сам на себя не надо. Закрыто. Точно! Дверь же закрыта! Одну секунду. Можно было бы и постучать. Не можешь открыть дверь, так? О, спасибо. Очень мило с вашей стороны. Ерунда. Если что-нибудь будет надо, зовите меня. Что угодно. В любой момент. Я бы хотел бы зелье поварить. Еще. Я люблю зелье варить. Похоже, Ангус Мэтлок тут главный. Давай спросим его, что нам делать. Мы получили приглашение в дуэльный клуб. Да, ты нужен нам, Гарри. Дамблдор снова открыл клуб. Не хотелось бы, чтобы Слизерин нас победил. Что я должен делать? Покажи нам пример дуэли, чтобы другие поняли, что это такое. Для тебя это проще простого. Ты же будешь сражаться не сам знаешь с кем, а просто с другим гриффиндорцем. Хорошо. Начнем с самого легкого. Наложи на Рона заклятие «Остолбеней». Готов? Давай на счет три. Раз, два, три. Давай! Остолбеней! Отлично! Ого, Гарри! Для меня большая честь наблюдать за тобой. Ты великолепен! Так, первокурсники, внимание сюда! Гарри покажет нам, как уклоняться от удара. Рон, ты нападаешь. Гарри, ты уклоняешься. Теперь мы отклоняемся. Окей, я согласен. Кроме уклонения... Эй, ты, не отвлекайся. Переходим к Экспеллиармусу. Очень полезный... Он отвлекся. Нужно быстрее закончить дуэль. Гарри, покажешь нам? Покажу. Экспеллиармус! Экспеллиармус требует скорости, иначе противник успеет отразить удар. Отлично, Гарри. Готов? Рон, теперь можешь сопротивляться. Ой, я ударился. И пусть победит сильнейший. Давай, Гарри, покажем им, что такое настоящая дуэль. Не кажется ли там дракон на стене? Мы наблюдаем дуэль за право вступить. Если это так, то Гриффиндора. Слева я очень счастлив. Рональд Уизли. Давай, Рон. Справа мальчик, который выжил. Который сражался, сами знаете с кем. Возможно, избранный мальчик
первый раунд. Как он через него-то прошел, а? Ай. Второй раунд. Блин, так и на 4 звезды подтянул. Она отвернулась. Гарри Поттер! Молодчина, Гарри! Она же за Рона болела. Как вы видели. Приходи на тренировки, когда захочешь. На доске объявлений можно записаться на дуэли. Не, не хочу. Я хочу зелье. Дайте мне сварить. Найдите, выйдите из класса, найдите Рона. А что это такое, кстати? Давайте посмотрим. Дуэль юниоров. Просто старшеклассников. Так, кстати... Я заметил тут кое-что. Куда все делись-то, блин? Почему так темно стало? А, вон, они все появились опять. Юмас. Что так темно-то сразу стало-то? Так, здесь наши эти... Так, я забыл, какой у нас красный, что ли, да? Да, у нас, кажется, красный. У нас у красных больше. Но зеленые тоже не отстают. Зеленые тоже не отстают. У них тоже не почти такой же, как у нас. Но у нас все равно больше. Так что. Ну так что мы как бы идем впереди. Это же Слизерин зеленый. Хотя если бы можно было поменять местами, то Гарри был бы на Слизнорте, а Слизнорты были бы на Гриффиндоре, потому что, конечно, лучше было бы, если бы он бы... Если бы все наоборот было бы, что Гриффиндор это как бы плохая сторона, а вот Слизнорт хорошая сторона. Ну, просто Слизнорт, он не очень хорошо как бы звучит, как Слизняк, но все равно... Ну, изменили бы, потому что вот я бы был бы счастлив, если бы я бы был бы в факультете змей. Но как мы по заданию сейчас выйдем? Дамблдор просил передать тебе вот это. Ну и что с тобой опять случилось? Мы дрались на дуэли. Можно же все поправить за 2 секунды. Дамблдор пишет, ему нравятся кислотные леденцы? Что? Это пароль. В этом году Дамблдор будет давать мне частные уроки. Может, он хочет научить тебя каким-нибудь суперсильным защитным чарам? Ну, из-за пророчества. Пойдем, Рон. Я помогу тебе с домашним заданием по защите от темных искусств. Ну,
Да, давай. Ну а мы идем в кабинет Дамблдора. Я знаю, где он находится. Конечно же, вот здесь вот. Кислотные леденцы. Я еще потом буду записывать прошлые версии. В этих флаконах содержится, кроме кубка. Потому что там очень вот сложно. Там, где надо летать на метре и спрятаться от дракона. Очень сложно. Сегодня ты погрузишься в него со мной. И что не характерно, с моего разрешения. И увидишь Тома Реддла до того, как он стал лордом Волан-де-Мортом. Не, конечно, попробую. Я пришел все равно пригласить его в Хогвартс. Но не обещаю, ты особенный, что у меня получится. У тебя есть странный дар. Ты волшебник. Нет ли у тебя в коробке чужих вещей? Он воровал у других детей? Еще хуже. Из прошлого Волан-де-Морта можно узнать о нем очень много. Из прошлого, которое привело его в Хогвартс. И от наставника, с которым он сблизился. Слизнорд? Да, Гарри. Профессор Слизнард водит дружбу со знаменитыми и влиятельными людьми. Он их коллекционирует. И вы хотите, чтобы он меня забрал? Да, Гарри. Будет полезно установить доверительные отношения с профессором Слизнардом. На сегодня все. Но мы еще поговорим. Кстати... Я клянусь, что замышляю только шалость. Дамблдор, кстати, в молодости... Был очень похож, как вы заметили, на Хагрида своей бородой. Эй, вы неудачники из команды гриффиндорских неудачников! Как образно. Сам придумал? Или Малфой подсказал? Посмотрим, как вы посмеетесь, когда ваша команда развалится. Неудачники. Да что ты говоришь? Я слышала, слизеринцы хотят сорвать наши отборочные соревнования. Пойдем быстрее, пока они не подстроили какую-нибудь пакость. Мракоборцы открыли все части замка. Давай пройдем через часовую башню, так будет быстрее. Пойдем. Ты уже определился, какие будут отборочные испытания? Кати, хорошее имя. Команду лишь потому, что они были в команде в прошлом году. Такой подход – верный способ испортить команду. Только бы слизеринцы не сорвали нам пробы. Кстати, заметьте... Тихо. Заметьте, музыка в этой игре очень хорошая. Прямо без ума от нее. Ее можно слушать и слушать. Едешь, например, по какому-нибудь на велосипеде, по какому-нибудь красивому месту, можно, например, включить эту музыку, наслаждаться. Мракоборцы решили ее снова закрыть? Боже мой, как же вы попадете на испытание? Ты закрыл ее? Ага, увидимся, неудачники. Как же нам добраться до стадиона? По-моему, надо починить рычаг. Репаро должно помочь. Репаро. Отлично! Ну и задам же я Гойлу! Вингардиум Левиоса! Молодец! Отлично придумал с решеткой! Если тебе нужно срезать путь, проскочи за моим портретом! Это здесь проход на стадион? Не совсем. Он ведет к большой лестнице, но все равно запомни его! Отлично, спасибо! Если тебе еще раз нужно будет срезать путь, скажи «Прекрасный Кадоган». Пойдем, нам надо на стадион. О, Кадоган, ты великолепен. Так, тут есть... Тут... Блин, змей жалко, конечно. Честное слово, скажу вам. Некритос. Thank you.
Кто там сказал неудачники? Гриффиндорцы. Мне показалось, это был звук удара. Поттер, как ты просочился сквозь решетку? Тупица. Посмотрим, как ты будешь играть за тупой Гриффиндор, когда остолбенеешь. На. На. Шатон рефлекс. Неплохо. И кто неудачник, Гойл? Идем на поле. Надо убедиться, что они. Как его зажал-то? Куда идти-то? Веди! Кошка! Красота тут музыка вообще. О, еще. Эй. Да так все бежите. Кстати, сейчас не хочется, если честно. Ха-ха, как я сделал это хорошо. Готов встать на ворота, Уизли? Кстати, может, познакомишь меня с Грейнджер? Хотелось бы пообщаться с ней поплотнее, ну ты понял. Ну, Гарри, нам пора начинать. Ай. Такой спасибо шлем. Всем, кто пришел на пробы. Сегодня мы отбираем игроков в гриффиндорскую команду по квиддичу. И если вы были в сборной в прошлом году, это еще не гарантия, что вас примут в команду. Вот как. И тебя это касается? Дурак, что ли? Он капитан. Это еще ничего не значит. Он был хорошим ловцом. Но, может быть, он был ранен, сражаясь с этими пожирателями смерти. Потерял форму. Давай, Гарри, он мне, кстати, напомнил героя из «За 80 дней вокруг света», из игры, я имею в виду. Если что, то можете посмотреть. Эта игра у меня есть. Кстати говоря, я скоро буду продолжать с ней играть, потому что я ее... компьютер надо было обновлять, и я ее случайно, ну, вместе с системой, конечно, она не стерлась, как вы понимаете. Но ничего. Покажи Скайп только что сообщил мне, что кто-то зашел или вышел, или еще что-то сделал. Но он был не в статусе не беспокоить, это я точно заметил. Но кто? Я не успел уследить. Не хочу. О. Здорово!
Я ее толкнул. Опять мне скайп отсюда сообщил. Оп. 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 Да. Я специально так сделал. О-о-о. Сейчас будет интересно. Долети. Я специально так сделал, чтобы проверить, что будет, если я проиграю. Некоторые пропускать. Ладно, не буду пропускать. Давай. Хватай. Хватай уже вот это вот. Хватай. Подожди, нет кнопки ускорения, вот чё. А может есть, кстати говоря? Нет. Ты сам сбиваешь. На! На. Хватай. Вот скрутился. Видите, как он скрутился? Или она? Но точно скрутился. Мастер, а что, игрок, что ли, на музыкальных инструментах? Оба взяли по три. Все решает последний удар. Аклагин пропустил один и взял три. Давай, Рон, теперь ты, не подведи. Извиняюсь. Ну, он... Гермиона, ты слышала о заклинании Sectus Sempra? Нет. Оно из той книги по зельям? Ага. Там сзади написано, что книга является собственностью принца полукровки. Никогда о таком не слышала. Ты бы лучше вернул эту книгу. Да ладно, он просто гений. На этом я пока вторую часть закончу и сразу перейдем к третьей части игры. Так что переходите, я вас жду в следующей части.